Я уже увидел, вот, спасибо. Рольте плечо. Ну, да я даю тебе ГП. Я понял. ДК поймаешь? ГП за то, что ты не слушал команду Орла, я сказал не бить боссов. Вот, потому что, ну, у меня просел интернет, короче, у меня была задержка это дикая. Войско. А ты продолжал бить, ты сдох, ты получил ГП, все заслужено. Хочешь что-то оспорить, все жалобы на форум. Вот этот 100 грамм, это с твоей стороны хамство, потому что тебе, как нормальному человеку, сказали, сделай так, а ты, ну, сделал как будто назло, поэтому, ну, я не буду материться, у меня дети рядом, а, короче, зайдешь завтра в день, я тебе выскажу то, что я думаю. Да, ну, потому что ты не делал то, что нужно, ты просто долбил босса, как мудак, что тут еще скажешь. Я сказал, что ты тупой. Ну, это не оскорбление, это констатация факта, короче. Потому что если до тебя, ну, нормальные слова не доходят, значит ты тупой. Все элементарно просто. Это на мне стан, ребята, аккуратно там, Акма, притяни. Ну да, все хорошо. Просто делай, как я тебя прошу. Я не хочу, чтобы, ну, ссориться с тобой. Я просто хочу, чтобы вы делали так, как я прошу вас. Важно, ну, если вы считаете как-то по-другому, по правилам, ну, я вас прошу сделать по-другому. Делайте так, как я говорю. Ну, как говорит РЛ, если что-то случится, тогда я буду виноват, а не вы. Давайте это бафать. Бафните паладинов, паладины. Два пала падали. Палы по себе бафы обновите. Отпивайте ману быстрее. Чекай на бафы, чекай на пул. Суманите Вивалды. Марат, пожалуйста, поставь шкаф. Маратик, будь добр. Шкафани, пожалуйста. Марат. Нажмите на сумму. Чекаю на баф, чекаю на пул. Да, дайте ребаф по пристам быстро, ребафните пристол по фулу, ребаф по пристам быстрее. Каску, крест, крест, войд. Инту, инта есть, пристабав, все, все готовы, начинай. Акму пуля, и так стоим долго. Собираемся, чухаем яйца.
Ханты, дайте на пул, короче. Дайте на пул, на ДК танка. Если сейчас укус уйдет куда-то в жопу, у два ханта хапните по 500 ГП. Ну, хоть Джанси поймал, все отлично. Глэш, не выноси лужу. Знаешь, ну у тебя же правда второй спекер друг. Не, нет. У кого? Ну, у кого еще есть спек хила? Саваня. А, у тебя друид есть, бревно. Ты спекнешься этот самый. Вердру, короче, на синдру, короче, этот самый. А я спекнусь на валитрию. Ну и на валитрию спекнется в вердру. Я спекнусь хулипала на валю. Вот. Блин, что-то у меня интернет проседает дико, короче. Сбегайте с пактом быстрее, ребятки. Бля. Обои. Как-то нету звука уже, чё вы там подпиздиваете, Маша, могла бабл прожать, короче. Отойдите от луж. Захиливайте рейд. Отдал сокру, короче. Хильте рейд. Марат, молодец. Я в курсе, что кнопки слышно. Вот. Кирцо глыбу прожми. Это, дайте БР Тофа, дай БР демону. Захильте демона, забафайте демона быстрее. Сбежались быстренько. Дайте геру шамана. Добивайте быстрее, сбегите с пактом. Ролим паладиновский токен. Ролим кровавая пучина за 10% сразу ролите, кому там может кто-то медведя будет собирать. Это пипец, посмотрите, удар плети шадов у АДК при укусе превышает обычный удар плети, а это только 20%, это жесть. Лучше умереть сейчас, чем опять... Какие баги, скрипты на почту написаны, скидываю 20 тысяч гривен. Болтовни, прибыли наши герои, с их помощью мы пробьемся через зал. Говорю тебе, что под укусом удар плети шадов превышает обычный удар плети. Хотя, короче, удар плети шадов это только 20% от дамага обычного удара плети, понял? Этот самый, я, короче, ну, ребятки, сейчас агнем трэш.
Хорошо, а Ктунгалы, давай быстренько там топи свою печку. Этот самый, давайте все на трэш, на пул, на майфрейм, ханты дайте на пул на меня. Там селфиш Марон тоже на пул. Никто не афкашит, кто сейчас будет афкашить, я буду чекать во время трэша, будете получать ГП. Я отойду, секундочку. Ну что такого, я себе тоже печку поставил, я ж с Украины, мы скоро замерзнем тут все, без русского газа. Играйте, короче, в этого моба, в левого все. Скоро будем салом топить в печке. Ну там типа, я читал сегодня в интернете новость, там этот самый. Там, короче, ну, Россия договорилась там об экспорте газа в Венгрию, типа, ну, вне Украины, короче. Вот. Ну да, типа, в обход Украины. Играйте это в метке, ребята, сыграйте в двух этих, на пуль в эти ханты. Все остальные играйте точечно. Тех, куда надо. Вот эту тварь в рейде убейте, звезду. Джерри он опять вылетел, короче. Он сказал, что придет. Он сказал, что отойдет. Я придет. А он по телефону базарит. Ну да, но он вылетел, короче. Это то, что он отойдет. Это то, что он отойдет, это не меняет того, что он вылетел. Да я понимаю, ему когда на мобильный звонят, всегда интернет вырубает у него. Вот этот самый, давайте вверх. Этот самый, смотрите сюда. Два ханта, напуливайте на меня трэш вот этот. Этот ДК вытягивает одного, вы все в него играете. Ханты нет на пула, не вижу на пула. Рога на пул. Все играйте в моба от того, что вне рейда. Еще одного вытяни крутящегося члена. Сыграйте в него, это, ну, РДД уже может тебя уешить, милики, еще сыграйте того одного моба. Что сдал сам себя? Наливайте трэш быстрее. Мои родные, мои хорошие, давайте этот самый. Там этот самый, я разрешил пару людям отойти, мне в ПМП пишут, я там, ну, отписываю, либо говорю в РК, чтобы они отошли, так что те, кого я спустил, те не будут получать, ну, ГП, а те, кто, мудак, уходит без моего разрешения, получат ГП. Потому что, ну, я пытаюсь отпускать там на каждом трэше, ну, типа там перед советами отпустил двух человек отойти, перед это, перед гнилью я отпустил двух человек отойти, типа, вот, ну, сейчас отошло, ну, там уже вернулись люди некоторые, там отошло два человека, чтобы рейд двигался все время, а не отошло 30 человек, короче, вот, поэтому на трэше сейчас перед синдромом не афкашите, а то, блин, получите минус ДИП, короче. Честное слово. Я не шучу. Я абсолютно серьезно. Играйте в трэш. Накинь мне в трэш, насыпьте. Это Ктунгалы в танк, спекайся. Не, я в натуре серьезно. Чтобы потом не спрашивали, где мои 500 ЕП, в натуре.
Машулечка, не надо быть в ретрике. Кушаем рыбку. Ставлю печеньку. Все сбираются в печеньку, летают с портала за печенькой. На рейде остается Мырки-Фырки и этот самый, и Саванья-Друид. Саванья-Друид спекнулся уже. Пусть летает, я похилил за ЦН на рейде. О, да, ну тогда Саванья тоже летаешь со мной, этот Варенька хилирает с ДЦшкой. Я даже не, ну, забыл, что ты Холи Прист у нас. Этот самый, так, что я хотел сказать? Что я хотел сказать? Чек на баф, а чек на пул, короче, убьем Безжаревана, не придет до Синдры, ну, доберем, короче, кого-то. Маша, чего не хватает? Все готовы. Все, пуляем. Этот ДК танк. Так, этот самый. Бля, сейчас у вас, короче, будет этот самый. Очень, короче, громко стучать все. Подавление сливайте впервые, потом огненные, потом ледяные, потом волдырные, потом жирные. Приоритет я вам расставил, короче. Вот, короче, лупни жауру коня в порталах. Там вот этот эрдру, что возле меня стоит, короче. Ну, берите дальние порталы, короче, я не буду бегать там по портам. Не стой возле меня даже, то, чтобы не забрал Алпич и этот. Бегите куда-то туда-назад, вы можете бежать и хилить. Это мой, левый мой. Вот. Все сбираетесь в печеньку, собираетесь в печенечку. Таким усиление, маг, наваль. Таким против часовой стрелки, против часовой. Сейчас опять собираемся все подрожи. Вот так, мой ближний, этот. Вот. Собираемся все в печенечку сейчас. И опять летаем за печенькой. Давайте быстренько к печеньке. Оп, сюда. Давайте. Сюда. Сюда. Эрдру там убегает сюда, тут два хипала. Ну. Слетайте с печеньку, сзади босса соберемся, слышите? Сзади босса соберемся, короче. Соберетесь в печеньку. Давайте, сзади босса, быстрее. К спине босса, сюда. Давайте, полетели. Оп. Еще одни порталы выйдем, после них дадим геру, короче. Да там уже 80% захилить не так. Так. Оп. Да не, ну может. Нет, еще одни порталы, так чтобы на веру уже. После них уже дохилим спокойно. Давайте в порталы быстренько. Бейте толстого, не бейте толстого. Чисто обновите стаки, короче. Можете уже там особо не летать, не собирать. Летайте как хотите. Главное, чтобы стаки не слетели. Даем геру шаману.
все отлично. Берите квест сразу. Берите квест, да, в натуре. Что, синдром похерите? Да, ну, в принципе, да, этот сование спекайся в сову. Не, наоборот, сование будь в бревне, варенька наоборот в шипе, а тебе будет больше профита. Варенька в шипе иди, будет. Рольте на успех сразу, 100 грамм, поздравляю. Тоже хорошо, вот и варенька отошли, все остальные долбят трэш. Рольте спину быстрее. Ролим на успех спину. Охренеть просто. Орегано, держи за 10%. А не маловато ты даешь за 10%? Не нравится, все жалобы на форум, понял? Я все нормально даю. Кому не нравится, можете пожаловаться на форум. Суманите меня, пожалуйста, на ивент. Марат, поставь, будь добр, шкаф. Ну, это не бесплатно так-то. Это три кнопки, ты уже на двух трэшах курил, ты в натуре охуел. Смарт-килл, ну куда, давайте уйдем, 20 человек и, ну, 5 человек будем бить трэш. Вы с ума сошли? Ну, поэтому я тебя три кнопки не отпускаю, ты уже на двух трэшах отходил, поэтому, ну, долби трэш. Я уберите половину. Ребята, мне написал весь рейд, что он отойдет. Вы с ума сошли? Нет. Я отпустил Варенька и Войда. Я сейчас чекну. Кто не принимает чек, вы будете получать ГП в натуре. Что это за АФК в рейде? Давайте быстренько трэш зачистили и пошли дальше. Ханты, ведите трэш синдры. Быстрее только. Сейчас они придут, Варенька и Войд, и пойдешь ты в БиоФК ЛРАН. Как только Войд скажет, я здесь, либо Варенька. Войд подойдет к боссу. Ну да, да, писай в бутылку под столом. У меня, ну... Берите пример с меня. Я один раз, ну, сказал, что отойду, просто встал с кровати, поставил ноутбук на стол, короче, и все. Это я отошел от компа, типа. Потому что, ну, тут боссы, сидя, лежа одной рукой, не получится, короче. Согласен, маленько неудобно. Что-что? Маленько неудобно, говорю, согласен. Ну, типа, блин. Мне просто, понял, без мышки, короче, этот самый, лежа, ну, типа, танчить там, ну, трэш, понял, плохо там. Кстати, есть у кого-то хил сета с Валитри? Я там что-то нахилил вообще. Сейчас посмотрю. Ну, а, я скину. Покажите, у кого там есть ХПС с Валитри, будьте добры. У меня должен быть, у меня рекаунт просто спрятан на окно, я не хочу открывать, искать. Да не, у тебя какая-то херня, не может там так быть, короче. У меня по-любому больше на хилина, ты гонишь. Это есть у кого-то рекаунт? Хил показать сейчас. Да, да, да. Yeah.
Я понял, а как у меня ХПС 28К, а на хилере я меньше, чем 18К? Как это понимать? У него там абсорб. Ну а хил чисто. У тебя под бурстами, когда ты слышишь, чтобы хилер перехилил. Короче, не шарю, мне плевать. Ебать его в рот. Вот этот самый. Да, в танке все отлично. Идемте этот самый. Идемте убьем драконов. Кто там сейчас стоит? Вот я чекаю еще раз там. Ребята, все бит трэш, потому что вот эти АФК у меня не будет тут простаивать там по полчаса. Воет варенька. Братан. Покидайте окову там, когда взлетать будут. Хуже лепа решивают. Что-то, Ваня, говоришь, тебя не слышно. Дел смертных! Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветры... Там Войд и прочие педики, подходите, короче, уже, ну, ресните варенька и ресните три кнопки, ресните черный лимон. Ресни шамана. Три кнопки вот этот... Короче, мах на Синдру и Лича. Так я же говорил, Лоран, когда били вот этих драконов, чтобы ты отошел, ты меня не слышал? Так, три кнопки пока. Вон там микролавик плюсует. Били шкаф, Марат. Числи мы там сразу ЕП не забудь. Вот этот самый... Ну да, дам ему ЕП, но дам минус 500, потому что он на всех трэшах АФКшен, поэтому, блядь. Сколько там? Ваня, он пришел принимать самон или нет? Не, не принимает, пускай будет уже он. Мудак, но он получит минус 500 ЕП, я отвечаю вам. Отниму лично ЕП после того, как залича начислю. Бля, я из фриза кикнул, ладно. Хорошо, давайте. Что мудак я, потому что я не хочу стать, ну, втыкать здесь до полуночи, и можно еще сходить в РС-ку, например. Мне плевать, что ты там куришь, я не курю лично, я иду без АФК, я хочу, чтобы вы так ходили. Не обижайтесь, типа, без обид, типа, я хочу. Я тоже семейный человек, у меня вон дети в другой комнате, ну, девушка моя в другой комнате. Вот, воткните лед вместо коня, паладин. Чекай, Войд, поставь лед. Уберите коня, кто там, у кого аура коня, Войд, убери ее.
Вот. Ну вот, да ладно. Все, так, чекаем на пул. Короче, вот, хорошо хилишь меня, короче. Ты шаришь, все, запустили акму, пуляй. Три кнопки, по трём кнопкам дайте бафы, мырки-фырки. Ну там кто это спулил, кстати? А, пиздай, БР, кто это пульнул? Плюс рейд, кто пульнул до команды? Не стакаем освобожденку, смотрим. Эларан, Джон Огурец, три кнопки, скирцо, не стакать освобожденку. Там хилы, два хила под магией. Дайте фулл бафы, паладины. Я магом скинул каску вместо прота, дайте по ним бафы быстрее. Притяга, побежали от босса, сейчас давайте бафы во время боя, учитесь. Войд крест, дай по магам. Блин, я короче, о, отлично, молодец, подстраховал войдец. У меня фокус взлетел, короче, с акмы. Вот, меточки, все. Отлично, так, смотрим, слева близко падает. Подбивайте крайние глыбы, центральную, за которую прячемся, не бить. Левую крайнюю подбивайте, левую крайнюю, правые крайние. Центральную не бить, по центру слева. Слева далеко. Передние правые, по центру между глыбами. Кого там разбили? Вот, красавчик. Беги, лови акму. Добивай этот, Варенька, дай гимн на хп. Варенька, гимн на хп быстрее. Добивайте глыбы. Все, играем в босса. Разверни чуть-чуть на рейд. Чуть-чуть на рейд поверни. Чтобы не откидало хвостом. Этот, там два хила с освобожденкой, там Вивалди, не стакай, пожалуйста. Первая пати тоже Варенька, Скирцо, Джон Огурец, не стакать. Там два хила с магией. Смотрите, сейчас притяга будет. Побежали от босса быстренько. Отбежали быстрее. Оп. Дамажим босса, прожимайте бурсты. Возможно, она больше не взлетит, но это не факт, но это не точно. Есть, короче, 20 секунд у вас до взлетки. Домашняя. Пять секунд до взлетки. Еще раз взлетит все-таки. Обновляйте доты. Все, погнали, дал фридом. Меточки, смотрим. Меточки выносим. По центру одну оставьте меточку для рейда. Прячемся. Слева перед глыбами падает. Подбивайте глыбы. Передние глыбы подбивайте. Справа далеко падает. Глыбу, за которой рейд, не бейте уже. Все, стоп дамаг. Вар, вот этот вар. Падает. Перед глыбами, вот, отлично. Сзади на ступеньке падает, перебегите быстрее. Разбиваем этот самый Эларан, дай гимн на хп. Смотрим, милики, первый под босса, отверни на рейд поверни чуть-чуть. Смотрим, милики, уже не, все, магию не стакать, разрядились, все, метку, лэшин, подбоссы, все стали в печеньку, РДДшки, хилы, все стали в печеньку, разбили глыбу, кто приморозился, плюс в рейд поставь, плюс в рейд, мудак, который приморозился. Акма, уходи, следующий подбоссы, Вивалди, Акма, уходи, Вивалди, подбосс. Милики ушли, милики, блядь, просто гребли нахуй. Слов нет, блядь. Вот, хиль хорошенько. Отбежали милики от босса. Сюрприз под босса, милики ушли. Милики ушли, милики, отъебитесь оттуда. Все, отлично, разбейте глыбу.
Ну вот бейте босса пока что. 100 грамм остался, мелики ушли. Разбили глыбу. В следующую сторону отнесем. Сыграем босса там, хилы без магии. Хактунгалы в сторону. Это мили свечнитесь глыбу. Просто надо, не? Не, не надо, зачем? Этот. И следующую под босса несем, будет притяга. Дженси под босса, Дима, блядь. Отойдите от него. Блин, молочага, блядь. Тебя так хвостом ебанули. Кто захлопал? Лейшин, ты просто мудак, это будет ГП, короче. Я бы выжил, шлепнули рядом со мной кто-то хлоп. Ты шлепнул по рейду, ты что, дурачок? Посмотри, я говорю, рядом со мной хлопнули, я отошел, ты посмотри, на лестнице. Добивайте босса. Посмотри, сколько ты там народу угробил. Я говорю, ты посмотри, где я умер, видишь, на лестнице? Танк упал. Рядом со мной. Смотрите, какой лут падает. Да без разницы кто, зачем ты вообще набираешь стаки? Ты ж сова, ты не хил, ты ну. Ты гребаная сова, зачем ты набираешь этот самый? Блин, что я делаю? Ролим, Талик. Кто там? Скирцо, да? Скирцо или нет? Да. Не, жди там Аларан. Аларан. Он получал шмотку. Да, он получал шмотку. Скирцо, да? Угу. Тихо, Аларан получал шмотку или токен? Катушку он забрал. Шмотка, катушка. Все верно. Я просто не запоминаю, короче. Короче, покоритель, быстрее. Кто там, Тофа или Саванни? Тофа забирал токен, так что Саванни, да? Или нет? Саванни вроде тоже брал. Ну, я не знаю, точно. Саваня брал или нет? Они оба брали, так что давай по ПР. У кого там этот самый ПР выше? Саваня или этот, или Тофа? Саваня? Или... Тем не Тоф. Саваня говорит не брала, так что ей отдай. Саваня понял, отдаю Саваню. Блин, Дима, надо АДК, зачем ты ливнул? Нужен анхолик. Вот, а, заходи, хорошо тогда. Дима, держи пати. Вообще со станами, вообще в идеале сейчас все будет. Вивалди, заходи на АДК. Я Вивалди уже кикаю, типа. Это Тайс Фридом плюс они. Завтра, короче, этот 15.00, короче, ЦНК 25 гер уже будет. Вань, ты там 738 за печеньку на число человек. Я понял, секундочку, извиняюсь. Сейчас, я разберусь, не сцикуйте, сынки. Так, журнал. Так, я пока это релогнусь, чтобы плоско не текло. Да все, ну, давайте кличу уже, ребаф, там быстрее. Ну, там людей каких-то нет, сумуньтесь пока, я зайду быстро. Да вот все уже есть, ставь шкаф, Марат, сумуньте ДК и начинай. Давай быстрее, там, у тебя там 20 секунд. Пока суманем ДК, жмите на сум. Еще минуту будет лич болтать. Давай быстрее только. Это так, Саваня, начислить ГП тебе.
300 я снял там. Все, теперь все хорошо, все как должно было быть. Так, давайте бафы. Так, по станам, короче. Первый стан Selfish Maroon, слышишь меня, Кирилл? Да, по кружку. Второй стан Джерри. Третий стан мой. Ну, не-не-не-не. Первая печенька моя. Второй стан Selfish Maroon. Третья метка Джерри, он понятно? Вот, мы так станем, это Машуленька. Если меня хватает, короче, этот самый Валькира, станешь печеньку. Актунгалы, если Selfish Marona станет, ну, хватает Валькира, станешь ромбик. Этот самый. И Войд, если Джеррина хватает, станешь трусы, понятно? Мы на всех Валькирах все застанем тут. Чек на пул. Запускай, я захожу. Ханты там, ловушки и берсу снимайте сейчас, шаркарей. Понятно, два ханта, две берсы должны сниматься. Маша, обновляй ебучие каски. Не заставляй меня материться, блядь. Я всегда обновляю. Ну, вот, постоянно мне пишут прям, что ты дала каски. Я уже, блин, в натуре. Меня уже бомбит от этой херни. Не пишу. Хорошо, так, этот... Еще одну. Первый на пул, короче, на духах дает I don't know на акму. Второй на пул дает smart kill. Короче, первый, третий дух Денис. Второй, четвертый smart kill. Понятно? Плюс рейд ханты. Первый, третий Денис. Второй, четвертый smart kill. Все отлично, молодцы. Там Selfish Maroon, там и Джерри, он друг на друга триксы кидайте, короче. Еще мы не тупим, короче. Готовимся, выносим чуму. Чума, Марат. Марат! Диспел его отлично. Перебежали мини-зону. Перебежали мили-зону, у меня ДБМ забагался. Не показывает. А тунгалы чума, выноси быстрее, Ира. Вот, отлично. Перебежала РТД зона. Милики, стойте пока вниз. Этот самый. Саваня, прости. Этот самый, подними Саваню, Летериум. Короче, Лейшен. Говорю, Летериум. Меня хильте сейчас. Вставай. Кинь зубы. РДД, сдвиньтесь. ДЦ, спасибо за зубы. Падайте. Два ебучих ханта, не один хант. Ну, вы не умеете диспелить или что? Почему диспелы такие поздние, блядь? Я не могу смотреть за рейдом и давать станы там вовремя. Это все, пожалуйста, давайте, раскумайтесь там. Падайте. Ну, мы в два часа вписываемся, все равно, короче, этот самый. Ну, одного я видел. ДЦ, кстати, почему зубов не кинул, слышишь? ДЦ, приз, я ж просил зубы дать. Сейчас все будет, мне надо релогнуться, у меня ДБМ забагался, короче, этот самый, не показывало, ну, типа, что, когда.
Я не видел там, что на ком. Раз вас слышно, меня нет? Угу. Да, мы зайти можем, пока ты... А то у меня что-то подвисло было. Сейчас, короче, сейчас все будет. Там этот Войд, если что, капельку мне кинь. Потому что у нас на ДЦ, ну, рассчитывать не приходится, короче. Он у нас для красоты. Не создан для работы, а создан для любви. Суманите меня. Марат, поставь шкаф или чай и суманите, пожалуйста. А, Марат, передо мной бежит за метр. Нормально. И сколько мы идем? Сколько мы в Рейди Вольт? Сейчас 52 прошло. Короче, если убьем с этого трая, получите до ПП. Так что не тупите. Дали фулл баф, ребята, у нас 5 минут, до, ну, чтобы спулить босса. Иначе не доп ИП, а доп сосе. Давайте фулл баф. Чек на пул. Все готовы, я завожу. Цели прибыли, наконец. Хваленые силы света. Давайте этот самый сейчас все четенько сделаем, у меня уже ДБМ будет показывать, поэтому ну. Мы даруем тебе быстрый смерть. Блядь. Давайте, ребятки, сделайте все аккуратно, хорошенько. Будьте добры. Марат, пей фласку. Перебежал РДД зону. Смотрим, чума сейчас будет. Обязательно отнести ко мне чуму. Чему диспельте? РДД. Перебежала РДД зона. Миликов протягивай сюда. Акма, тяни уже. Так, диспел, версу, ханты, не спите. Велики, велики, велики. Тихо. Этот самый. Отлично, на мне. Играйте все по боссу. Смотрим, сейчас будет ловушка. РДД зона, двигаемся.
Смотрим. Вот шарка. Отлично. На мне ловушка. Двигайтесь. В чуму в воздух. Выбегите просто в сторону от рейда. Милики, не влезьте в мою ловушку. Хильте меня хорошенько. Хильте. Диспельте шаркаря одного берсу. ДЦ дай зубы. Все отлично. Двигайтесь, рейд, уже на край все, там сколько процентов, я не вижу. 73. 73. Бейтесь, если чуть-чуть, еще одна ловушка будет. Да, добивайте уже. 73. Все, перебежали на край быстрее. Отлично. Тихо, шарики играйте, пожалуйста. Этот самый Ваня Варенька. Дай гимн ману. Это ханты. Подбивайте шары, пожалуйста. Два ханта в рейде. Шарами не должно быть проблем. Милики, заводите мелкий трэш в рейде. Тот, что. Играйте в духа. Лови духа, Акма. Играйте в духа. Этот самый... Бейте, там хилы на фулмане. Давайте нового духа сейчас также зергнуть быстренько. Очень много урона, молодцы. Играем духа быстрее, забирай. Давайте, чтобы мы перешли без духа на фазу. Так, кинь сало ДК. Добили? Все отлично, все в центр. Можете дать геру. И станьте в звездочку, там звездочка стоит, смотрите, где звезда. Станьте ровно в звезду. Готовим станы валькирам. Ханты каток. Так, дал стан. Играем. Станьте ромбик. Ромбик, стан дали. Почему ромбик летит в какую-то пизду, блядь? Мы смотрим лужи. Кнопки, блин, конис. И это ромб, добивайте быстрее, ромб. Ром добить. Под герой бьем. Играем лича. Смотрите сюда, стали сейчас в звезду. На ком будет осквернение? На одном человеке. Сдвинетесь вправо рейд, сместитесь в левую сторону. Весь рейд, кроме человека, на котором нужно. Сместитесь влево. Не вправо, не взад, не вперед, а просто влево. На ком нужно вправо. Смотрите там. Смотрим вальки. Смотрим за лужей, на ком лужа. Тофа, двигайся. Рейд, выбежали с лужи быстрее. Дал сакру. Мы играем валькир. Играйте валькир. Милики, не лезьте в лужу. Играйте валькир активнее, ребята. Трусы бейте, трусы. Больше урона. Аларам, пытка бей. Что ты с сушением бегаешь? Да все нормально он делает. Бейте трусы. Добивайте. Лужа, разошлись, в центр не лезьте, в центр не лезьте, там вот ШП стоит, Эларан. Вот, обводи, веди туда глыби, глыби, веди туда, бегите глыби, быстрее. За спину лечу, собирайтесь, за спину к лечу, быстрее, 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 быстрее. Это разбить трусы, трусы и ромб разбить обязательно, в трусах протопал, в трусах протопал. Печеньку добить, печеньку разбивайте с той стороны, печеньку уже добили, ромби, трусы добиваем. Печеньку добить, кто там с той стороны, лужа, в сторону. Вот, выйдите, трусы добить, сука. Вот. Играем в леща, веди в центр. Эларан, ты только что такой бок впорол, короче, блядь. Бачивский просто, этот самый. Сейчас застанем валик. Застанем валик. Веди уже на край к звезде веди. Будем играть в лича, ребята, будем бить лича. Смотрим валькиры, станем и бьем лича. Точечные станы раздайте, раздадите с лужа. Три кнопки в сторону, блинканиц, отлично, молодец. Все, все на край. На край, все, еще один стан даю. Первый приз, дайте гимн на хп сразу. Лови Акма. Джона Огурца хильте. Отлично, играем в духа. С каждым новым духом играем в нового духа. У нас много на пула есть, и все будет хорошо. Уйди, звезды, пожалуйста, на стены душу.
этот самый, нового духа, играйте сразу в нового духа. Вот, напыливайте ханты, напыливайте духа. Быстрее. Шарик сбивайте, шарик, ханты, шар. Сейчас сразу нового духа, новый напул, там хант, смотри. Шар, еще один шар, ребята, быстрее, нового духа сразу. ДК, я поймаю лича, держи духов. Я поймаю лича, держи духов. Там с комнаты выйдем, чтобы духа не сорвали. Шар бейте, ханты, шар. Нового духа сразу, у нового духа, домашний, там хант напулит, роги напулят. Да давайте, в духа активнее. Больше урона. Вот. Сейчас все сбегаются в центр, в звезду. Сова, можете отдать старфол, если есть. Центр, звезду. В звезду сбежались, побежали за мной быстро. Быстро за звездой. Кто там стоит в дупле, центре? Марат. В звезду быстрее. Захиливайте рейс. Двигаемся. Вот. Отлично, молодцы. Двигайтесь. Стали в звезду, постояли, сука, тупые, в звезду. Двигаемся скорее. Все отлично. Лужу оставляй, лично краю. Так, я духа забрал, лично ДК. Вот, доигрываем духа быстрее. Доигрываем духа, все ханты, вот эти киллшоты, все, уходим к трону, ребята, ушли к трону, все ДДР, ДД, милики. Хант, уходи. Демон, уходи. Ушли с под духом. Уходи, сова, с под духом. Уходим от трона, уходим на портал, сейчас будет комната. Сразу уйдете на портал. Сейчас сбегаемся в центр комнаты, в звезду. В звезду быстро. В звезду, за звездой под стену. Быстренько. Быстрее шевелитесь. Дайте инер апис. Этот самый. Сейчас этот дадите двигать, друзья. Этот самый, выйдем с комнаты, этот прист Эларан, даже им на ману. Двигайте. Напис, двигайся. Там она с один эршамком, она до ману заливает. Там сейчас друля тригинит. Не комната. Все, ушли с под духа, в лужу. Вот Маша, оставляю, вводи на портал. Ставьте шаманы, когда выходим с комнаты. Лужа, наберите рейндж, ребята. Наберите рейндж, лужа будет. Смарт килл скинь. Молодец, красавчик. Вообще бесспорно, просто по красоте. Сейчас будет комната, смотрите. Старайтесь добить уже. Добьем или нет? Сколько процентов? 3. Не добили. Ну, за 2 комнаты, короче. В центр звезду. За звездой на край. Даю сакру, короче. Вот. 3 кнопки, молодец. 3 кнопки, красавчик. Ну, кретин, что еще сказать, в текстуры кидает в комнате, когда прожимаешь блинк. Двигайся, друг, двигайся.
кидает в текстуре в комнате. Все, лужу оставил, молодец. Уйдите с-под духов, там добивайте. Ну. Отлично. Победа. Да, все, я закончил рейд. Больше не буду командовать. Ты ведь спал, не пора. Я знаю. Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Моя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я стою, как лев пред агнцами, и не дрожат они. Это... Апис Берни, пожалуйста, что ты отменил это воскрешение. Спасибо. Радость разбойников сегодня. Коноп слышишь? Да-да, секунду. Скажите ему, если он отойдет, что сюда я перечислил. Стой. Кто там? Сейчас разрулим это все. Все, я офнусь, Лейшин сова будет. Сюда я поначислить. Все, давайте удачи. Короче. Меня слышно, нет? Ага. Димитриус. Быстрее, ребята, у меня нет времени.
Рольте на успех. Это плюсуйте на ИП.